Это не духи. Нужно что-то другое. Я сейчас подумаю. Я никуда не собираюсь. Иди-ка в ту комнату. Асинат, иди-ка, пожалуйста, в ту комнату. Ну ты то туда, то сюда идешь. Ну я сюда пришла. А что такое? Что случилось? Вы должны на меня одеть золотую повязку, которую нужно спать. Точно все нормально? Или что-то произошло? Привет. Что там, еще тренды про меня будут или нет? Будут? Да, буду краситься. Ты сказал, украсть на слово королеве. И она сейчас тебя заморозит. Какие тренды? Ну, типа, из-за чего ты заходишь в ТикТок все время? Почему ты все время в сети, и там, короче, моя фотография? Да, просто так хочу. Если успею, что-нибудь поснимаю. Что-нибудь сделаю. Волосы у меня. Блин, люблю свои волосы. И сейчас. Головка от... Продолжать не буду. Я признаюсь. До помады. Я покажу. Пока эфир. Потихонечку накрашусь. Торопиться никуда не будем. Она закончилась. Очень печально. Такая классная постановка была. Знаете, что вначале хочу сделать? Да не должно виснуть. Не должно виснуть. У меня зеленое горит. Почему виснет? Я за городом. Растопить лед он может. Как это? Тогда тебя заберут заживо и будут там бесконечные морозы. Вот косметичка. Красная.
Все хорошо. Потому что пистолет не поможет. Но ты... Да, у меня перманент. Меня не волнует. Но я крашу также обычной краской. Вот, например, сегодня я накрасила коричневой краской. Нормально. Постоянно обновлять перманент не хочу. Мне лень. Она сама собой говорит. Это частая история. Я уже привык. Что у меня нет стройки. Я говорю. Как намекнуть парню, что мне нужен новый телефон? Спасибо большое. А то ты меня съешь своими усами. Нельзя играть в Алмате, в Акимате говорят. На принце на белом коне. Помогите, спасите! Ты уже не королева молчания?